Ну, вот этих из новой посылочки, как я и обещал, я это все буду тестировать. Вот есть у нас учебно-тренировочный капот, покраска заводская, это нивовский капот. Вот они, дефекты как бы видны, все видно. Вот, ровная поверхность. Будем приклеивать время выдержки где-то 40-45 секунд, ну как получится. И за один раз на отрыв. Посмотрим, как эти грибы тянут, как они себя поведут. Приступаем. Подтягиваемся по максимуму. И сразу на отрыв. Как и было заявлено, на отрыв за один раз, чтобы посмотреть, что они могут. Вот этот крайний я приклеил немножко неправильно, он может вообще ничего не будет. Так оно и случилось. Смотрим. Даже тот, который вот слабо приклеился, все равно он немножечко натянул. Вот. Это все видно. Вот. Тянут они очень хорошо. Но я забыл сделать одну вещь. Надо было грибки тоже обезжирить. Сейчас попробуем еще раз уже обезжиренными. На этот раз. Извиняюсь, забыл обезжирить, обезжирил, но не буду, так сказать, усугублять вниманием вашим. Покажу в итоге, что получилось. Вот они результаты. Второй грибок не выдержал нагрузки и сошел с дистанции. Ну, скорее всего, что это заводской брак литье, потому что все остальные выдержали. Ну, всякое бывает, но с другой стороны, чего можно ожидать от грибка, который цена там 50 рублей. Их просто надо купить побольше и пользоваться. Отклеиваемся. Тем не менее, тест удался. Вот. И даже самый маленький грибочек. Сейчас я это покажу. Вот он блик. Вот он виден. Даже самый малюсенький выдернул. Как и в первый раз, так и второй раз. Тоже выдернул. Очень мягко, очень аккуратно. Вот. Выдернул бугорочек нам. Вот, естественно, что обезжирив грибки, мы получили тягу посильнее. Вот, ну что, один сошел с дистанции гриб. Скорее всего, это просто заводской брак. Но ничего страшного. Продолжаем наш тест.
Ну вот она, очередная партия грибов. Я с непривычки переложил клея больше, чем надо. Его надо было поменьше ложить. Ну вот сейчас попробуем на отрыв, что они скажут нам. Вот такие вот результаты. А тут как раз видно, что из себя представляет изнутри грибок. Смываем. В этот раз мы ничего не сломали. Уже хорошо. То же самое. Видно, что тянет достаточно все сильно. Вот. Как говорится, грибы работают. И третьи овальчики, так называемые кризовые. Вот наклеена третья партия грибочков. Это так называемые кризовые. Как их ни называй, главное мы этими работать. Но для начала надо протестировать, что не могут. Вот что получилось у нас. Смываем и смотрим, что у нас здесь получилось. Значит, начнем с того, что на пистолете температура у нас стоит где-то 140 градусов. В помещении где-то 22-23 градуса тепла. Вот. Грибочки все тестируются таким образом, что делается натяжка по максимуму и потом отрывается за раз. Естественно, это неправильная работа, как бы, но в данном случае это не преследовалось. Просто нам надо посмотреть, как они работают. С работой все справились на ура. Эффективно и очень даже прилично тянут. Я думаю, помощь в работе будет приличная. Тем более, что не надо подрезать их, вот вырезать уже готовые размеры. И цена очень даже адекватная. Потому что 50 рублей за грибок. Даже при том, что он там один отломился, но я так думаю, что это просто брат заводской. Они послужат долго. Вот, вот такой вот коротенький тест грибов из посылочки. Всем удачи, спасибо за просмотры. Пока-пока. Вот, кстати, есть вариант потренироваться в забивании очередной раз. Вот, повыдергивала прям очень даже красиво. Очень сильная тяга, так что работать можно. Тест пройден успешно.